Всем привет! У меня выполнен мастер-план в двух вариантах. Один вариант более лаконичный, с ручной графикой, а другой вариант выполнен в ландшафтной программе. Ну, дайте мне время перевести. There are two masterplan. One is in graphic, the other one is more detailed. Yep. Итак, при проектировании данного проекта, данного сада, мне хотелось учесть все 7 принципов успешного дизайна. I would like to consider all 7 principles of the design. Также необходимо было учесть техническое задание и индивидуальные особенности участка. Also the concept is based on the brief and the specialities of the garden. Это узкий длинный участок в жилом комплексе, с двух сторон ограничен строениями. There is a narrow, long garden from the both sides with some constructions. При проектировании были использованы максимально простые линии и формы. There were kind of simple lines were used. Зоны разделены уровнем, то есть внутренняя зона большая, она идет выше уровнем плюс один, соответственно. The zones are divided by the level changing. The central zone, the big one triangle, is один уровень выше. Да. Is one level up. Зона приватная у дома, входная, выполнена из клинкерного кирпича, что позволяет соединить архитектуру дома, строение и мощение. The private zone near the house is made by a clinker brick that makes a connect with the main building and the path. Большая зона для отдыха и детский домик для игр, выполненный из дерева. The big zone, relaxation zone, and the zone near the house is made by wood. Такой прием, на мой взгляд, помогает избежать ощущения тоннеля при таком участке. This idea could help us to avoid the feeling of a tunnel in the garden. Учитывая пожелания клиента, она не хотела декинг рассматривать, деревянный настил. Можно зону в середине выполнить из клинкерного кирпича, а две зоны по краям участка отсыпь по гравием. If you remember, in a brief, Chloe tried to avoid the decking, but if she doesn't like decking, we could change it in the central zone made by brick and the both other zones near the house and near the summer house or shed, we can use the gravel instead. В зоне отдыха большой расположена большая обеденная группа и узкий водоем с циркуляцией воды. In the middle, in a big sitting area, it is a water structure with a circulation of water. And что еще, кроме водоема? Ну, с циркуляцией воды. Также над водоемом есть... Еще что? Над водоемом расположено панно, которое может выполнить хозяин участка ввиду того, что у них творческая художественная профессия. Near the water structure it could be done like an art panel, handmade art panel, as this is a very artistic family. Пергола, проходящая через весь участок, задает ритм и движение. Эту же роль выполняют многолетние насаждения. The pergola all through the garden makes it vibrant and dynamic, and the same role is for the planting. Растительность в данном проекте выбрана не случайно. Ввиду того, что использованы строгие прямые формы, хотелось добавить максимальной ажурности, легкости и воздуха. The plants are used for a purpose. All the lines are very formal and strict, so the plants would add some smoothly and nicely nicely design and add a bit of a air and easiness.
Растения подобраны в соответствии с условиями участка, полутенистое место ввиду больших деревьев окружения, не требующие особого ухода. Very low maintenance trees and plants, and because this is half shadow on the in this garden. Также данное растение максимально визуально соответствует окружающей растительности. У них есть на заднем плане большая ива. All the plants are considered as an addition or a connection with existing trees outside the garden, for example, the one willow that is outside. Людмила, я в чате написала, какие растения использованы, какие создают структуру, какие акценты весенние, осенние. Если вам удобно, можете зачитать. In the chat, we made a list of the plants, and I believe I can read it. Вот у вас номер 145. Мне как к вам обращаться, прошу прощения? Ирина меня зовут. Ирина. То есть под никами, под номерами. Ирина made a list of the plants in a chat. On a structure there is a Salix purpurea, Nana allium carex и так далее. Вот кому нужно, прочитайте, пожалуйста. Once there is a list in the chat, and you can see the list. Yeah, I'm reading it. You can it. Okay, you can copy it if you wish. Yes. Кому еще нужно, пожалуйста, скопируйте, в чате есть. Также предусмотрена зона для ребенка, зона отдыха. Она пристроена к шеду. Это двухуровневый домик. The playground is very near to the shed. It's a two-level house, playhouse. И также с противоположной стороны имеется домик для насекомых, butterfly house. On the other side there is a insect house, the butter, yes, we call it like a bee house. Акцент в данном проекте – это цвет, цвет перголы, цвет текстиля на обеденном, у обеденной группы, цвет панно – это бирюзовый. The main coloring is from the textile, from the art panel. The art panel is like a green-blue color. Также цвет растений максимально позволяет визуально расширить пространство. Использованы бледно-сиреневые, бледно-розовые и белые тона. The color of the plants can allow to make the space wider. There are light lilac, light blue, similar colors. Yes, this is the color scheme. Yeah. Okay. Okay. И у водоема плохое может посадить растение. Также пропадаете по звуку. Раз, два, три. Near the water structure, it can be the other plants can be placed. Yep. Так, куда я делся звук? У входа в дом также в контейнерах высажены графичные кусты. Near the entrance to the house, которые создают ажурность у входа. There are several containers that makes a light shadow near the entrance. Пожалуй, все. That's all. That's a final. Really, really good communication visually. It's very easy to understand. So well done. Ой, отлично сделано, очень легко понимать взаимосвязи. Yeah, and I like the way that you were thinking about the seven principles and the brief. So clever. Хорошо, что вы использовали эти семь принципов и привели их в соответствие с заданием. Очень разумно. You know, really wide planting that helps divide the space. Хорошие очень растения применены, которые помогают разделить пространство. And the tree positioning is very clever. Очень хорошо размещены деревья. I like the way that you're thinking of the planting being low maintenance. So you're thinking about the client. И хорошо, что вы так подумали, позаботились о клиенте и сделали, предложили те растения, за которым небольшой уход.
Yes, you're right. It's very simple use of line, which is very strong. And that idea of less is more is brilliant. Замечательная идея, что больше это меньше, это наоборот означает больше, и что так все расположено очень с использованием простых линий. And this simplicity continues in the simple level changes and the simple choices of materials. И эта же простота у нас прослеживается при изменении уровня, перепаде высот и при использовании материалов. And the simplicity will create a very relaxing space. И простота, она создает очень расслабляющую, спокойную атмосферу. And just finally, I love the pergola. It really works well with the design, very strong. Очень нравится пергола и делает дизайн очень сильным. Well done. Отлично. Спасибо. Спасибо.